29 июня в Десногорском энергетическом колледже прошел праздник выпускников. В этом году колледж закончили 72 студента, получили рабочие специальности по технологии воды, топлива и смазочных материалов, атомные электрические станции и установки и автомеханики. На импровизированной сцене ведущие обыграли своеобразный турнир по футболу, открыла чемпионат директор колледжа Наталья Черных и обратилась к бывшим студентам с напутственным словом. Впереди у вас интересная и трудная жизнь. Но без трудностей не бывает успеха. С ваших побед, с ваших достижений начинается наш Десногорск, начинается наша Россия. Будущим автомеханикам дипломы вручали директор акционерного общества «Атомтранс» Михаил Лосенко и главный инженер Николай Фомин. Кем бы вы ни были, прежде всего, надо быть человеком. Вы молодые, мерзайте, веселее. Уважайте друг друга, живите так, чтобы старшее поколение гордилось вам. Выпускникам дипломы вручали руководители профильных цехов Смоленской атомной электростанции. Они поздравляли будущих специалистов с успешным завершением обучения и желали им дальнейших успехов на рабочем поприще. Слова поздравлений говорили педагоги и мастера. Со своей стороны ответные слова благодарности им адресовали выпускники и их родители.